Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. С вами Ольга. И сегодня со мной в видео будет моя помощница, с которой мы покажем и я расскажу, как можно приемами самомассажа расслабить, убрать напряжение и боль в области ягодичных мышц и тазобедренных суставов. У меня для примера есть три варианта мячиков. Это более жесткий силиконовый мячик шипастый, есть мягкий массажный мячик и вот такой теннисный мячик. Самые напряженные места, которые у нас есть, это область крестца, область седалищных бугров, область большого вертела, то есть вот эта вся зона, также полностью по остям, полностью вокруг, прям по кости. Это может быть вся ягодичная мышца, и по вашим ощущениям вы сможете найти, где у вас наиболее болезненные места. Но именно триггерные точки, они находятся вот по крестцу с обеих сторон. Самые болезненные – это по ходу кости с одной и с другой стороны, и область большого вертела. Здесь вообще, наверное, самое напряженное место, и вот полностью вокруг все это триггерные точки, потому что здесь место крепления ягодичной мышцы, кости и фасции. Для начала мы прорабатываем зону седалищных бугров. Для начального варианта используем мягкие массажные мячики. Вы можете это делать в положении, сидя на стульчике. Обязательно должна быть прямая спинка. И просто сидите, вдавливаете тело в эти мячики расслабленно. Вначале посидели от нескольких секунд до нескольких минут, насколько вам комфортно. Потом можете слегка поерзать на этих мячиках в разные стороны. Вперед, назад, по кругу, как вам удобно. Теперь в положении лежа. Больше мне нравится все-таки теннисный мячик. Можете начинать с мягкого, но для более такого глубокого воздействия, мне кажется, мягкий мячик, он будет не так чувствоваться. А вот в положении лежа лучше все-таки теннисный. Близко-близко к крестцу. Теперь ложитесь на него и просто буквально несколько секунд, может, минутку, полежали, расслабились, телом, да, просто распластались по этому мячику. И затем вы можете слегка в разные стороны, опять же, вперед-назад, по кругу, слегка прокатываться по нем. Так. Потом потихонечку мы перемещаем ниже-ниже вдоль крестца, понемножку-понемножку перемещаем. То есть мы находим точки самые болезненные, они вот как раз рядышком крестцом, то есть по ягодичной мышце близко к крестцу. Там самые такие болезненные места, это триггерные точки. И вы можете чувствовать даже где-то какую-то отдаленную боль по ходу ости таза. Полностью всей этой косточки с одной стороны и с другой стороны. И вот так по ходу, слегка нажимая, регулируя собственным телом, также нажимаете, полежали. Затем это можно вот прокатывать вот таким способом. Или чуть-чуть по кругу, потихонечку, потихонечку передвигаясь. Затем область большого вертела полностью вокруг. И вот потихоньку можно слегка нажимать по кругу, и затем вот таким образом просто проехались вокруг большого вертела. Если вам слишком болезненно, вы можете взять мягкий массажный мячик, начать с него, и когда у вас уже ощущения будут не такими острыми, потихонечку перейти на этот мячик. И регулируйте вы можете за счет ножки, то есть согнули ножки, чуть-чуть на ручки оперлись, для того, чтобы не такое сильное нажатие было.
И вот место очень болезненное. Отдает в ногу, да? Да, отдает в ногу. Там, где ягодичная мышца, рядышком с тазом, то есть такая выемка, мягкое место, близко-близко к тазовой ости. Но стараемся не сильно нажимать, не доводим до немения. То есть, если вы можете, вам это более-менее комфортно. То есть, буквально несколько секунд можно потерпеть, если можете. Но вообще нежелательно. Это почему такие ощущения? Сразу под ягодичной мышцей находится грушевидная мышца. Она тоже крепится в этом месте. И нажимаем на седалищный нерв. Можно попробовать мягким массажным мячиком для начала. Те, кто более худышки, я думаю, что у них не должны почувствовать. Просто вот вместе там, где мячик, находится неприятно немножко. Немножко неприятно. Ну вот для того, чтобы достать триггеры, конечно, лучше теннисный мячик. Но, значит, нужно минимизировать воздействие весом собственного тела, регулировать, чтобы не доходило до немения. Для того, чтобы пройтись по самому крестцу, мы используем мягкий массажный мячик, потому что по костям не нужно твердым мячиком, только мягкий используем. И тоже прям по самому крестцу вначале полежали несколько секунд, можете минутку, насколько вам комфортно. Полежали. А затем мы также потихонечку можем проезжать по нему. Круговые движения, вперед, назад. То есть полностью проходя весь крестец. По вашим ощущениям, вы находите самые напряженные места. Это и есть места крепления мышцы, и там находятся триггеры мячика. Вся ягодичная мышца. Вот полностью вы можете каждый участочек уделить внимание ему посерединке, потому что ягодичная мышца, она большая, и у нее целых три пучка, и места крепления как раз к крестцу и к большому вертелу. Поэтому самые болезненные – это места крепления кости, но по самой мышце тоже можно найти очень много триггерных точек. Полежали, просто расслабились, распластались по мячику, как мороженка. Можете потихонечку просто передвигаться или круговые воздействия, или вперед-назад. Просто по чуть-чуть, по маленькому кусочку, прорабатывая полностью всю ягодичную мышцу. Таким образом, одну половинку, затем поработайте со второй. А сейчас, когда проходили ягодичку, то больше всего неприятно было вот в этой нижней точке. Но он подходит для того, чтобы проработать ягодичную мышцу. Я тоже люблю полностью по всей ягодице больше проходиться таким более твердым мячиком. Но, в принципе, я пользуюсь во всех местах твердым. Но для более чувствительных людей, у которых порог чувствительности высокий, то им подойдет все-таки, начиная с мягкого мячика. То есть смотрите по вашим ощущениям. Вот таким образом вы сможете самостоятельно поработать с зонами наибольшего напряжения, болезненности. Также в местах крепления ягодичной большого вертела вы косвенно воздействуете на грушевидную мышцу, а седалищный нерв идет как раз под грушевидной мышцей, поэтому вы сможете воздействовать и на эту мышцу, также снять с нее напряжение. Но есть один единственный момент, что пользоваться постоянно только самомассажем не нужно, потому что ткани привыкнут, и в дальнейшем это не будет приносить должного эффекта. Поэтому самый лучший вариант, когда вы ткани подготовили вот таким образом, а затем с помощью упражнений вы растянули мышцы. Еще желательно проработать область бедра, но об этом я покажу уже в следующих видео. Когда мышца подготовлена и с нее убрался спазм, напряжение, вам будет очень комфортно и приятно растянуть эту мышцу, добавить туда кровотока непосредственно уже при участии суставов и костей и
эта зона вас не будет беспокоить, и вы будете чувствовать легкость и бодрость. Если это видео было для вас полезным, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик для того, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Напишите в комментариях под этим видео, пользуетесь ли вы таким способом, и если для вас это было новое, поделитесь своими впечатлениями, что вы чувствовали и какой результат. На этом у меня все. До встречи. Будьте здоровы.